разбудили, везде шум, гам такой вот был. Собаки лают, коровы мычат. Вот такой был очень большой этот, как шум был. Так? Вот. Посадили нас на грузовики, и все. Я помню, как я очутился в вагоне. Через день, да, люди успокоились, каждый начал кушать свое, открывать по углам же. Мать схватилась, еды, очевидно, не было. Вот в этот момент она сошла с ума. Электрический ток, протекая, так, вот эти прожигал в земле мелкие, вот эти, ну, если взять растения, там есть маленькие усики, через него проходят и питательные вещества, вода, и вот эти усики у меня сгорали. Вы поняли, да? То есть хлопок стоял, большие корни оставались, а вот эти мелкие усики, которые, по которым идет влага, они засыхали. И вот за счет этого, то есть хлопчатник созревал на корню. Я использую поликарбонат, да? Потом воздушный зазор 2 сантиметра, потом черная поверхность, а потом уже надо теплоизолировать, ясно, да? Ну, корпус. А вот он обдувает вот эту черную поверхность, он же нагревается, он его обдувает с обоих сторон, да? И эффективность, то есть лучше отбирается тепло от этого черного ящика. Он называется коллектором. Сначала была именно низкотемпературная сушка семян, а потом постепенно вот перешел я уже на яблоки, груши.